Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады вас всех видеть. Дорогие друзья, простите, что заставили вас ждать. Вот, но честное слово, мы не специально, вот иногда так бывает, да, когда всякие ветры Москвы слегка препятствуют, но ничего у них не помогает. Лауреат рынка теперь с нами. Дорогие друзья, позвольте вам представить сразу любимых моих музыкантов, дорогих мне друзей, которые сегодня будут для вас играть. Итак, наконец он здесь, человек, который играет за четверых одновременно, наверное, у него 6 рук, да, так и есть, еще и крылья. Дмитрий Лугдин, клавишный, Родус, рояль. Дмитрий Лугдин, сегодня бас-гитара Синтюк. Евгений Шариков, дорогие друзья. Ну, они сегодня с самолета, они вот, я не знаю, ездили по городам, выступали, они еще все в звездной пыли. Поделитесь с нами. Вартан Бабаян, барабаны. Мы соскучились, Димка, да. Так что они свеженькие с филармонических сцен, вот, а мы жадные до них. Так что сейчас начнем. Да, и можно Диму мне сюда так, монитор. Дорогие друзья, первая композиция, вещь, трек, саунд-дорожка. Называется «Miles in City», ее написал Дмитрий Лугдин, поехали. Thank you.
сейчас, дорогие друзья, снова композиция Дмитрия Лугдина. Она называется «Places». You are.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, дорогие друзья. Теперь мы хотели бы для вас сыграть другую совершенно композицию. Она есть на нашем альбоме «Воздух времени». Когда у меня друзья, зрители спрашивают, где альбом физически настоящий, так вот он здесь, вот там, на витрине, если кому-то интересно, здесь его можно себе забрать под крылышко. Вот. В других местах его нет. Вот. Ну, я счастлива, что он вообще существует, что он издан. Диск называется «Воздух времени», он двойной. Эта композиция, она называется «Human Soul Didn't Know», она со второго диска, который называется «Song for Sars». Потом все увидите. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Теперь еще одна соло-баллада у нас, еще одна, может, вот мы до этого соло пили что-то совсем. Я хотела сказать, еще одна композиция, которая есть на диске «Воздух времени», это соло-баллада, и она называется «I care about you, baby». Yeah.
Так что, дорогие друзья,
первый раз сегодня здесь. Мы для вас хотели бы это сыграть. Колыбельная.
Сейчас всю Японию снимается на месяц. Ничего, потом мы его вновь обретем и будем слушать и любоваться. И друзья, вот, ну теперь у нас есть песенка. Она там такая простая, там такая мелодия простая, что хотите, подпевайте на здоровье. Вообще, что хотите, то и делайте. Она называется Welcome to Moscow Now. Thank you.
Thank you.
Мама тоже хочет развлечься. Сейчас как кто кому мать еще. Дорогие друзья, у нас еще есть для вас две вещи. Вот. Это, по-моему, это первая вещь, которая не наша, да? Бэбифейс. Это, по-моему, единственная композиция, которая не наша. Надо же совесть уметь какой-то хит, надо спеть. Она называется «Sometime it hurts to love so bad». Иногда вот так вот, понимаете, обидно, когда ржет какая-то зараза. Ну ладно, тогда грубо перевела. Thank you.
Thank you.
Саша, она королева. Спасибо.